каждый, кто приходит на наш спектакль, есть страх. И каждый день этот человек его испытывает, он с ним борется. Неважно, в каких ситуациях, но в любом случае мы с ними сталкиваемся. И самый главный посыл, что нужно с ними бороться. Не нужно думать, что они у тебя есть. Все равно их перейдешь, пойдешь дальше. Из этого состоит наша жизнь. Мы ученики Олег Павловича Табакова. И он даже всегда говорит, что человек должен быть человеком. Это самое главное. Поэтому, когда зритель видит, как мы, страхи, содействуем тому, чтобы главный герой прошли вот это оподление, путь оподления, весь спектакль, то есть оподляются. И они, ну, может быть, у них что-то какое-то, что-то ёкнет, они поймут, как легко ими как легко нами все что-то управляет там, наверху. А теперь пойдем дальше. Вот уже более 20 лет, как я вышел из школы. А если б я собрал все эти полтины, это сколько бы у меня тогда денег-то было? 1825 умножить на 2 выйдет 3650 рублей. И это ежели без процентов считать. Пластичный, эфемерный, непредсказуемый. Спасибо. Пугающий и провоцирующий. Порой у меня, как у актера, даже там драматического, если я разговариваю с кем-то и хочу донести до него какую-то информацию, ну, как бы партнера до своего, зритель может не все считать, о чем я думаю. А мы как раз та тень, которой передаем эмоции и внутреннее состояние актеров. Поэтому мы, так сказать, дополняем друг друга. Скажи мне, какое дело! А я так полагаю, что его совсем нет! Нет, я сейчас говорю, это вас самому не подобно! Когда мы переехали в театр сатиры, я, честно говоря, думал, что будет гораздо проще, но в первый раз у меня аж тряслись колени, поэтому да, я страх испытываю еще какой, но при этом я, конечно, испытываю огромное удовольствие и радость от работы с такими прекрасными партнерами, как у меня, с такими талантами и под руководством такого чуткого наставника, как Сергей Шхальгазаров. Да, я согласен, что это страхи, но это настолько родные нам существа или как-то люди, что мы перестаем четко понимать эту границу, где наши страхи, а где это мы. Это очень человеческое качество. Ничего придуманного нет, это даже не русское отдельно взятое, это просто человеческое качество.